Добрый день, меня зовут Сергей, я являюсь сотрудником компании Еврокар. Сегодня я вам хочу рассказать о адаптивном круизе. Адаптивный круиз, он состоит из двух опций. Это круиз и фронтальный ассистент. Для работы адаптивного круиза в задней части у нас используются скрытые радары, которые используются для ассистента мертвых зон. При покупке автомобиля у людей часто возникает вопрос, необходимо ли платить за опции мертвые зоны. Система мертвых зон очень удобна в условиях города. Если у нас ограниченная видимость, нас кто-то ослепил, дождь, слякоть, снег, мы не всегда в зеркало увидим дистанцию рядом идущего автомобиля. С помощью ассистента мертвых зон мы можем себя обезопасить. Когда автомобиль в соседней полосе слева или справа приближается к нам, у нас в зеркале загорается индикатор. Если при этом на него не среагировать, а включить поворот, выявить желание перестроиться в соседний ряд, он начинает активно мигать. Это говорит о том, что в мертвой зоне находится автомобиль, что может привести к аварийной ситуации. Для активации ассистента слепых зон нам необходимо через клавишу управления многофункционального руля выбрать ассистенты и активировать функцию слепые зоны. Если рядом идущий автомобиль попадает в мертвую зону, мы хотим при этом перестроиться, ассистент начинает нам сигнализировать. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях под видео. До скорых встреч. До свидания.